Добрый день! Вас приветствует Мария и блог Бюро находок. Сегодня мы с вами постараемся установить ленту Твиттера на свой блог. Для этого мы идем в свой Твиттер. Вот здесь есть такая шестеренка. Нажимаем на нее. Настройки. Дальше идем, вот открылась такая лента, виджеты, создать новый. Перед нами открывается образец виджета. По умолчанию эта тема белая и с голубыми ссылками. Я хочу темную тему, вот здесь мы меняем. И ссылки я хочу сделать другого цвета. К примеру, зеленые. Я как-то экспериментировала. 600 пикселей по умолчанию мне много. Я ставлю 400. Здесь готово. И нажимаю создать виджет. Вот, пожалуйста, виджет темной теме с зелеными ссылками. Для того, чтобы его установить на свой блог, нам нужно скопировать вот этот HTML-код. Копируем и идем на свой блог. Это нам нужно идти в консоль, вы знаете, внешний вид, виджеты. Вот перед нами виджеты, и нам нужно найти виджет текст, произвольный текст или HTML-код. Берем его и несем туда, куда нам нужно. Я его вставлю вот в эту область. Пишем заголовок. Вот так. И вставляем сюда свой HTML-код. Сохранить. Идем, смотрим, что же у нас получилось. К сожалению, здесь у нас какая-то ошибка произошла. Сейчас мы разберемся и установим заново. Уважаемые друзья, продолжаем наш урок по установке ленты Твиттера на свой блог. Маленькая наша заминочка произошла из-за вот этого виджета. Как я вам показывала в первой части видеоурока, что нужно брать этот виджет и устанавливать. И туда потом ставить код HTML, который мы с вами брали на Твиттере. После нескольких попыток у меня ничего не получилось. И добрые люди мне подсказали, что нужно взять вот этот виджет. И установить его туда, куда нам нужно. Что я, собственно говоря, и сделала. Да? На второй я не буду устанавливать. У меня уже он есть. Вот он у меня установлен. И я уже сюда, вот, в это поле, писала заголовок. И вставила вот этот код HTML, который я взяла на Твиттере. Я его сохранила. Просто обновила свой блог. И вот как я и хотела, у меня лента Твиттера в темной теме и ссылочки зеленого цвета. Надеюсь, что у вас получится теперь быстрее, чем у меня. Желаю вам творческих успехов в создании своего блога. С вами была Мария и Бюро находок. До новых встреч!